Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Трасса Киров-Садаковский, Костина-Бахта, Русская будет отремонтирована к 20 октября. Сейчас, сообщает горадминистрация, там уложено 14 из 21 с лишним километров асфальта. Рабочие трудятся круглосуточно. Напомню, что это самые дорогостоящие дорожные работы из запланированных на этот год. Сумма контракта порядка 240 миллионов рублей. У общественников к качеству ремонта есть претензии. Они опасаются, что трасса начнет рушиться уже следующей весной. Трасса 101. До конца текущего года в правилах дорожного движения может появиться новая разновидность горизонтальной дорожной разметки, так называемая вафельница. Это множество диагональных полос, размещенных в квадрате. Квадрат обозначает границы перекрестка. Въезжать в его пределы на красный сигнал светофора будет запрещено. В противном случае водитель получит штраф 800 рублей, как за пересечение стоп-линии. Трасса 101. Оставление места ДТП – довольно распространенное явление среди российских водителей. По данным ГИБДД, в нынешнем году так поступили около 100 тысяч шоферов. Для них существует наказание в виде лишения прав на срок до 1,5 лет, либо административного ареста до 15 суток. Отмечу, что в настоящее время действует рекомендация Верховного суда проверять уехавших с места аварии водителей на алкогольное или наркотическое опьянение. Трасса 101. Москва – город, в котором ДТП с участием пешеходов меньше всего в стране. Об этом заявил руководитель ГИБДД Михаил Черников. По его словам, переходы должны быть такими, чтобы пешим гражданам передвигаться по ним было комфортно. Кроме того, главный российский гаишник упрекнул наших безлошадных соотечественников в невнимательности на дороге, что вызвано зачастую разговором по телефону или прослушиванием музыки. За 8 месяцев этого года россияне израсходовали на приобретение новых авто 1 триллион 100 миллиардов рублей. По итогам аналогичного периода 2016-го, информирует агентство «Автостат», сумма была меньше на 11%. Львиная доля денег, 90%, досталась иностранным автопроизводителям. В первую очередь это Toyota, Kia, Hyundai, Mercedes-Benz и BMW. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.